На каждой стороне параллелограмма одной точки оказалось, что площадь четырехугольника с вершинами в этих точках – это половина площади параллелограмма. Докажите, что хотя бы одна из диагоналей этого четырехугольника параллельна одной из сторон параллелограмма. На сторонах взяли по одной точке. Получился некоторый четырехугольник. Известно, что его площадь – это половина площади параллелограмма. Докажите, что в таком случае или КМ параллельно АМ, или ЛМ параллельно АМ. Хотя бы одна из диагоналей обязательно. Надо доказать, что площадь КЛМН равна 1/2 или что? Нет, нужно доказать то, что у тебя есть, а нужно доказать то, что и по КМ параллельно АДМ, и мать ЛМ параллельно АВ. Нарисую параллель. Площадь была 4-угольника, это половина площади вот такого параллелограмма плюс половина площади вот такого параллелограмма плюс половина площади вот такого параллелограмма и плюс половина площади вот такого параллелограмма. Да. Плюс вот такой параллелограмм. В каком смысле плюс такой параллелограмм? Смотрите, площадь всего четырехугольника состоит из вот такого треугольника. Да. Вот такого треугольника. Да. Вот такого треугольника. И вот такого треугольника. Да. Этот треугольник есть половина такого параллелограмма. Да, конечно. Этот половина такого параллелограмма. Да. Этот половина такого параллелограмма. А этот половина такого параллелограмма. А вместе эти 4 параллелограмма не дают всю площадь. Не дают всю площадь. На самом деле надо еще половина этого параллелограмма. Ну, здесь полностью, значит, на самом деле Коля не вполне прав, потому что они могли наоборот давать больше, чем площадь. Ну, плюс. Если бы по-другому, если бы точка N была бы. Плюс или минус площадь. Да, плюс или минус площадь. Значит, его площадь должна быть нулем. Поняли, да? А значит, все отлично.